На приемах граждан, встречах и сходах главе района обращаются жители за помощью в решении проблемных вопросов. По некоторым вопросам, требующим детального рассмотрения, Роман Синеговский выезжает непосредственно к заявителям, чтобы на месте разобраться в ситуации. Жители нового многоквартирного дома по улице Александра Анатольевича Кладя в поселке Совхозном активные и неравнодушные. К главе района они обратились с просьбой помочь в благоустройстве двора и прилегающей территории дома. Нам нужно освещение. У нас весь дом, ночью вообще темнота. Изучив обстановку, Роман Синеговский на месте предложил решение этой проблемы. Если на углу детской площадки будет столб, и он хорошо будет светить, им хватит. Хватит, конечно. Его под уголком сделать, он туда будет немножко пробивать. В любом случае будет хоть это какое-то. Уже будет нормально. Еще одна просьба, поступившая от жителей этого дома, помочь оборудовать парковку и сделать тротуар к улице Школьной. Глава района, изучив ситуацию, пообещал, несмотря на то, что вопросы финансово затратные, совместно с администрацией прибрежного сельского поселения помочь в их решении. За один день мы его не решим, а просьба свет и столбики решить в течение месяца. Исполнение поручения главы района будет взято на контроль. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».